Процитирую определение из Википедии, что это те люди, которые хотят выйти из общества потребления, делают это тем способом, который им доступен, а доступен нам способ — это искать те товары, которые уже никому не нужны, а они обычно есть на около мусорных баков или в мусорках. Да, все нормально. Ну вот это вроде нормально. Да. Капуста? Капуста! В узком понимании фриганы — это те люди, которые находят еду на мусорках и едят ее, потому что корпорации выкидывают очень много пригодных пищи еды. Можешь подержать ее? Это такое я возьму. Это мы отнесем пакет. Ой, так, честно, это тяжело. Многие люди, которым я об этом рассказываю, они думают, что эта вся еда идет на переработку, и большинство людей действительно не понимают, какое количество еды реально выбрасывается, и что ее можно там прийти и взять, или каким-то образом, да, получить в доступ. Система действительно нас обманывает, во-первых, во-вторых, она не работает, потому что назвать такую систему работающей очень сложно. Активно мы стали фриганить год 2 назад. Кто-то хочет творог? Несколько раз точно у меня было стеснение и брезгливость. Как раз вот со стеснением и с брезгливостью, мне кажется, мне помогла идеологическая такая наполненность. Осознание того, что неправильную вещь делаю не я, а неправильную вещь делают люди, которые продолжают репрезентировать эту систему. И пирожки с чем-то. Булки с маком. В какой-то момент мы зарекли сходить на помойку, брать микроволновку, ну, потому что, ну, типа, это полная жесть, так питаться вообще нельзя. Я не обижусь на слово «помоечник», потому что я не вижу в этом ничего оскорбительного. Это просто констатация факта. Это блин с творогом просто, что ли? Ну что, не сегодняшний, да? Да. Можно есть. Можно, да. Понятно, зачем нести деньги в магазин, когда есть уже, когда ресурсы уже потрачены, и, ну, они окажутся выброшенными.